Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем здравствуйте! И сейчас мы выполним задание Lesson 14, урок 14, Exercise number 3, упражнение номер 3. Прочитай слова, в которых две буквы читаются как один звук. Для начала я прочитаю все слова. Like, meet, shut, close, speak, bed, student, name, tea, hair, con, teacher, nose, jeans, girl, please, my, stick, read, ice cream, pink. Теперь из данных слов мы можем выбрать те, в которые две буквы читаются как один звук. Одно из первых слов это meet. Здесь буквы E, A имеют один длинный звук E. Meet. Следующее слово. Shut. Здесь две согласных буквы SH имеют один звук Ш. Дальше. Speak. E, A снова, как и в первом слове, имеют один длинный звук E. Speak. Дальше. Bad. I, R имеет один звук E. Bad. T. E, A имеет один звук E. T. Her. E, R дает звук E. Hair. Con. O, R имеют один звук O. Con. Teacher. E, A дают один длинный звук E. Teacher. Jeans. И A дают длинный E. Jeans. Please. То же самое правило. И A дают звук E. Please. Дальше. Read. И A снова звук E. И последнее ice cream. И снова и A. Мы знаем, что это звук E. Итак, слова, в которых две буквы читаются как один звук, это слова meet, shut, speak, bed, tea, hear, con, teacher, jeans, please, read, ice cream. Задание выполнено. Если вам понравилось наше видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.